Привет, друзья! А сейчас мы с вами поиграем в шахматы. Катя будет играть первый раз. Так вот, ребята, мы играем с Катей в шахматы. Если я сюда... Не, она ходит только вперед. Так я твою сейчас обью. А бьет она только в бок, по одной. Вот если бы я здесь стояла, то ты бы сбила. Я же говорю, если я схожу... Нет, ты вперед не можешь, потому что я заход закрыл. А ты потом меня собьешь. Ну, теоретически можешь открыть и прорвать фланг. Давай, вот эту ходи сюда. Ну, так ты меня собьешь. А я сбиваю тебя, а ты сбивай. А это, вот этим мое. Тяжело, да, носить? Так, вот видишь, ты начала вот сюда прорываться. Теперь надо тебе конем подкрепить, а я своим конем прикрою. А я хочу твою пешку сбить. Если собьешь пешку, лишишься коня. А. Выводи другого коня в бой. Лошади такие хорошо играют. Так, ну, а что мы здесь имеем? Так, а я давай вот сюда поставлю. Ой, сбивай, прозевал пешку. Вот сюда. Вот, видишь? Катя, хорошо, быстро ты учишься. Королева. Можешь ходить как угодно. Ну, ее лучше, блин... Как... Не, ну, в принципе, можешь ее вывести в игру. Но только контролируй ее, чтобы не потерять. А я вот сюда. Нет, если ты будешь ставить под удар, я тебе буду предупреждать. Нет, там лучше не делай. Ты лучше... Знаешь как? Так ты же вон собьешь сейчас мою. Чем? Вот это, нет? Она только один шаг делает. А-а-а. Ты лучше вот эту вот сюда поставь, поближе к королю, подкрепи. Что-то ты нас так зажала. Основательно. Ну ладно, давай вот так. Опа! Поставил под удар. Сбивай. А, не сбивай. Все. Ну, все правильно, собью вот эту. Да, вот эту. А, ну тогда лишишься коня. А-а-а. Так, ну у тебя там все нормально. Так, надо выводить у тебя здесь. Давай-ка вот эту. Смотри. Или же... Вот этого, эту ладью, ой, не ладью, офицера этого, выводи куда-нибудь туда. Сюда? Ну, можешь даже сюда. Вот это вот сюда ходить. Вперед. А на один ход? Можешь, нет, то она прямо ходит так и так. Могу ли я сбить вот эту? Потом можешь, но я потом этой собью. Ну, я. Так, что тебе? Вон вот этот. Вот эту ставь сюда. Эту пешку? Угу. Ты меня собьешь. Ну, я тебя сбиваю, как будто бы. И ты меня тоже сбиваешь. Чем? А я бы на твоем месте сбил бы вот эти. Так, молодец. И теперь у тебя эта вот сторона открыта, ты можешь прорываться. Ну, а ты вот этим сюда. И ты делаешь мне шаг. Делаешь шаг. Мне некуда деваться. Как получается? Вот сюда. Сейчас ты мне можешь мат поставить. Сейчас тебе надо просто убрать коня. И убрать его правильно. А убирай-ка его вот сюда, наверное. И ты уберешь моим конем? Нет. Так. Это ты сюда. Так. Я должен спасать. Я сюда. Так. Коня мне вот не дотронешься. Ага. А? А ты вот этим вот сюда. Сюда, угу.
И мы типа, я твою сбиваю, а ты мою сбиваешь. Конем? Конем, да. Так. И получается... Так а ты не собьешь моего коня вот этой? Так. Получается, я вот сюда. Ты сбивай мою. А я твою сбиваю. От меня. Так, и ты ходишь. Знаешь куда? Вон той, вот сюда. На эту вот белую. А я тогда типа тебе делаю шар. Ты тогда убирай короля. Куда его убрать? И куда он? Молодец. Я вот сюда. Это моя. А, это твоя? А, ну да. Сюда. Так, я тебе делаю шаг. Тебе нужно спасаться или сюда, или сюда. А если я сюда, ты мне не пухнешь? Нет. Так, ты сюда. У тебя один ход до шахты мат, я так понимаю. Я убираю коня, типа я спасаюсь. А ты... Вот этим, вот сюда. И получается шах и мат. Так, шах. Ах, нет, есть один ход. Есть один ход, есть один ход. Вот этот. Так, и у Кати торжественный момент. Она делает мне шах и мат. Обалдеть. Молодец, Катя. Какие у тебя чувства? Что ты чувствуешь? Ты победа. Сделала мне шах и мат. Ты такая умничка. Победа над тобой. Да, так вот Катя, играя в первый раз в шахматы, выиграла меня. А вообще шашки. Да? Да. Не, ну шахматы тоже интересны. Ну, это здесь интересно. Просто думать больше. Это надо. Интересно шахматы, но это если когда ты сидишь и маленькие, ты отодвигаешь, а тут, блин, пока возьмешь ее. Они легкие. Я так понимаю, пенопласт там внутри просто покрашен. Ну, все равно. Ура! Так. Ну. А вы за такую отличную игру ставьте лайк, жмите колокольчик, ну и подписка от вас.